В 2019 году на реализацию национальных проектов муниципалитеты Кубани получат более 10 миллиардов рублей. В числе приоритетных такие проекты, как демография, здравоохранение, безопасные и качественные автомобильные дороги, образование, культура, жилье и городская среда, поддержка предпринимательства, цифровая экономика, производительность труда, наука и ряд других. Для того, чтобы обсудить планы по реализации национальных и профильных региональных проектов, глава района Роман Синеговский провел совещание со своими заместителями, за каждым из которых были закреплены определенные нацпроекты и проработаны пути их реализации. Ставим задачу реализации национальных проектов. Национальные проекты реализуются как на краевом уровне, так и на районном уровне, поэтому нам с вами необходимо проработать все эти вопросы. Сегодня посчитал необходимым провести совещание, чтобы посмотреть по каждому объекту, где мы находимся, четко еще раз посмотреть наши дорожные карты, ну и самое главное, ускориться в тех вопросах, которые были озвучены. Многие проекты касаются важнейших отраслей экономики. Реализовав их, район получит новые рабочие места, налоги. Нацпроекты – это реальный шанс вывести социально-экономическую жизнь муниципалитета на новый уровень. Глава района подчеркнул, что все силы должны быть брошены на реализацию поставленных задач.